Компания «Энергоатом» призывает создать зону безопасности внутри и вокруг станции. Российские оккупанты завезли на территорию незаконно захваченной ими Запорожской атомной электростанции реактивные системы залпового огня «Град». Оружие оккупанты разместили у хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщает «Энергоатом». В «Энергоатоме» предупреждают, что этими установками «Град» непосредственно с площадки Запорожской атомной электростанции оккупанты могут обстреливать города Никополь и Марганец, а энергоблоки и хранилища отработанного ядерного топлива используют как прикрытие. Это оружие захватчики разместили возле энергоблока номер 6, рядом с территорией стационарного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые защитные сооружения. В тайном режиме, нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности, говорится в сообщении. Компания «Энергоатом» призывает МАГАТЭ и все мировые сообщества создать зону безопасности внутри и вокруг станции с ее полной демилитаризацией и деоккупацией. Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требования ядерной и радиационной безопасности работы атомной электростанции, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку. Заминировали территорию станции и подъездные пути к ней, заявляет «Энергоатом».